4, вот такая супер мягкая и прямоугольная. Вот такая она почему-то пришла открытой. Непонятно. То ли все крыть будет. Вот такая какая-то твердая и мягкая. И твердая тоже и мягкая. Давайте начнем открывать посылки. Это видео будет необычное. Я сейчас буду считать считалку, какая посылка будет первой. Со второго этажа полетели 3 ножа. Красный, синий, голубой. Выбирай себе любой. Последняя желтая посылка. Давайте ее откроем. Ой, там что-то тоже сложное. Интересненько. Что-то что-то сделать. Ничего нет. Да, больше ничего. Это такие, чтобы там, например, вставлять бумажку, так открываешь и закрываешь. Такие голубой. Это скрепки, как закладки. Тут ножицы нарисованы. Розовая и синяя. А вот это закладки магнитные. Ну, одинаковые тут они. Очень классно. Очень красивые девочки. Это магнитные закладочки. Вот такие. Их тут 6 штук. Очень красиво и удобно. Давайте откроем посчиталкой следующую посылку. Ехал ёжик из тумана. Вынул ножик из кармана. Буду бить, все равно тебе водить. Последняя посылка. Давайте ее откроем. Это стикеры. Вот такие розы. Вот стикеры, розочки. Стикеры котята всяких, там тигры. Ну и животные разные такие. Белки, хамелеоны, кролики, слоны. Такие вот наклеечки. Давайте же откроем следующую посылку по считалке. Ехал ежик на тележке, продавал тем орешки. Кому 2, кому 3, дирижером будешь ты. Вот эта посылка твердая и мягкая. Еще раз. Теперь достаем и видим капель для зарядки. Как это мама себе заказала для планшета. Ну и можем не считать, у нас осталась последняя посылка. И нам придется прощаться. Она тут уже открыта, и так что я ее достать можно будет. Оп. Надо тут
по бокам разрезать. Это пенал для ручек. Давайте его откроем. Селфи в башне, кстати. Тут кулечек еще какой-то нарисован. И вот тут красивый. У него синий, красный, белый, синий и синий. И тут внутри полоски. Очень классный и удобный пенал для школы. Эльфовый башник. Ставь лайк, кому понравилось видео. Кому не понравилось, дизлайк.